спаситель и хранитель Ямах трехколесных. Да. Как он там называется? Tri-City. Tri-City, baby. Самый редкий байк на дороге. Если я в таком еду, полицейские думают, что я настолько уже местный, что меня можно не останавливать. Я очень приятно смотреть на людей, которые познали дело. Все, не первый раз. Все об этом знают. Старый фильтр? О, да. Тут вроде бы ничего такой, да? С этой стороны, да. А даже тут красный цвет видно. Да. А тут просто интересно, когда он последний раз менял масло? Языковой фильтр. Масло, ну, ремень. Масло, фильтр, ремень. Вроде все. Также были сменены тормоза. Check engine. Сколько там? 5830 бат. Угу. Ну, какие цены? Тормоза, наверное, 6000 стоит рублей, 3200 бат. То же самое, короче, что в машине. Масло поменять, тормоза, и все реально, и какой-нибудь там ремень. У меня есть 2000. У меня есть 100 баксов. В итоге взяли 100 долларов и 2300 бат. Ну? Том-ям сет, чтобы сделать домашний том-ям. 25 бат. Так, микс морепродуктов. 800 грамм без воды, килограмм с водой. Цена 165 бат. Есть набор для том-яма из свежих продуктов. Лайм, перец, травка какая-то, не знаю какая, и лемонграсс. А, ну и... Господи, забыл имбирь. К этому нужно еще грибов. Упаковка грибов 200 грамм 19 бат. Дешево. Купил в 7-Eleven замороженный рис по 15 бат. Остается только засунуть в микроволновку, и он готов. Сердце том-яма. Раз. Два. Итак, начинаем приготовление том-яма. Наверное, этого достаточно. Если разрезать, то сок из листа охотнее выйдет. Мне не нравится вылавливать. Поры штайцы режут. Я тоже порежу так. 4 слайсика. А и рыбный соус я продолбал. Я оставил той, да? Ну, красавчик. Угу. Это что? Диппинг соус. Есть соль зато. Нет, прекрасно. Вместо рыбного соуса у меня есть устричный соус. Я вспомнил про помидоры, когда заглянул в холодильник. И мы, конечно же, кокосовое молоко. И потом ям совершенно не красный у меня получается, потому что у нас всякие тут гребешки, кальмары, мини-октопусы, креветки. Нету том-ям. Цвет у него, конечно, не тот. Попробуем соль. Ух, один перец как дает, а? А, грибов. Золотые грибы. Все равно что-то не хватает. Похоже, вот этой пасты. Либо рыбного соуса. Не знаю. Добавлю еще устричного. Покопался в рюкзаке и нашел рыбный соус.
Сука, вот что делает Том-Ям на самом деле, Том-Ям. Рыбный соус. Угу. Да. Рис без формочки, без всего, просто там... Только цвет смущает. По вкусу Том-Ям. О, она еще даже играет. В Таиланде можно оставлять все что угодно. Телефон, колонки. Телефон я оставлял несколько раз, один раз надолго. Сидим после массажа на пляже. Джин поедет в Бангкок. Может, мы там скоро встретимся, потому что я тоже скоро собираюсь в Бангкок. Сегодня с Джин мы будем готовить суп. Я не знаю, как он называется. Что она берет? Green curry. Вот здесь. Глутамат натрия. Фо-ями. Фо-ями. Не позвольте. Том-ям. Я. Chicken. Что-то кисленькое, немножечко терпкое, горькое. Окей. Диман ест мой том-ям, а я ем грин карри джин. О, немножко солоноват. Более острый, чем том-ям. Просто, я не буду. Просто бомба. Аж уши, в ушах щекотно от острова. Что не работает? Обычно как что-то в момент приходит, ну, ответы, что вот мой Four.
Потонг Sunset View ресторан. На обложке тот же вид, который можно наблюдать отсюда.